Привет, я Лиам Кейси, основатель и CEO компании PCH. Мы занимаемся цепями поставок для аппаратного обеспечения Hardwire. Мы берем концепцию продукта, идею и доводим ее до конечного пользователя. То есть мы занимаемся дизайном, инженерной работой, производством, упаковкой, логистикой. Всем. Этот год мы закончим с $1 миллиард чистой прибыли и продадим продукции на $8 миллиардов. В компании работает 5000 человек. В день мы пересылаем около 8 миллионов единиц товара. Еще пару лет назад на рынке спрос на Hardwire был намного ниже. Сейчас к нам поступают заявки буквально каждый день. Это очень интересно. Такие перемены видны сейчас по всему миру. Когда я сажусь говорить с предпринимателями в долине, они, скорее всего, собираются делать какой-нибудь аксессуар для мобильных устройств. Если я разговариваю с европейцами, они тоже хотят делать аксессуары. А китайцы хотят сделать телефон или девайс. Я думаю, такое положение вещей скоро изменится. Скоро предприниматели в долине тоже смогут делать телефоны. Сегодня им невыгодно заниматься девайсами, но через несколько лет это станет возможным. Предприниматели понимают, используя дополняющие друг друга программное и аппаратное обеспечение, можно добиться более эффективного взаимодействия. Такой подход дает весомое конкурентное преимущество. Например, в сфере M2M, игровых устройств. Это множество разных возможностей. У нас в компании есть поговорка. В бизнесе география — это история. Неважно, из Ирландии ты, из России, Китая или из Сан-Франциско. Возможности у всех одни и те же. Просто надо их использовать. Если ты работаешь в Hardwire и у тебя ничего нет, у тебя есть все. Потому что все доступно. Можно просто пойти и получить все необходимые услуги. Мы думаем, что Россия обладает большим конкурентным преимуществом в виде софтвайр-разработчиков мирового уровня. И это преимущество можно использовать, если набраться смелости и создать к софту дополняющий Hardwire. Мы думаем, это отличная возможность для русских бизнесменов. Использовать свои ресурсы, наши сервисы и совместно создавать высококлассные продукты. План Б на сайте rbk.ru.